Влила в уши, Димочка у меня бывает иногда теряет голову. То, что ты вливаешь сейчас в уши, это действительно так, так и есть. Я говорю, у меня чувства еще не остыли, я открыта, я говорю честно. Какие, у меня чувства, Димочки? Ты говоришь? Нет, ты пришла мешать нам? Я да. хочу поговорить с ним. Да, я пришла мешать. Нет, такого не будет. Девчат, ты здесь никто, девчат, ты еще гость, девчат, ты не участник. А девчонки, я Оля Рапунцель. Эй, девчонки. Я звезда. Девчонки. Я уже не та Рапунцель плаксливая. Я уверена в себе, за что мне плакать. Я смеюсь. Я за Димина счастье. Я не позволю, в чем ты уверена чтобы в себе? Ты его в чем ты уверена обижала, в чем? Уничтожала. Ты пришла. Ты о чем говоришь вообще? Я вижу тебя насквозь. Да? Твои глаза. Правда? Твои глаза – зеркало души. Правда. Ты хитрая, ты лицемерка. Да. Ты неискренняя. Этот человек лицемер мне сейчас говорит, то, что я лицемерка. Правда? Дорогая моя, я в людях разбираюсь. Да что ты говоришь? Ты сейчас идешься как хабалка. Некрасиво. Ты с двумя молодыми людьми, ты так разбираешься в людях, моя что хорошая. Из двумя ты потеряла двоих. Нет, я никого не теряла. Людей. Я определилась с выбором. Димочка, знаешь, что Константин у меня был друг уже сколько времени. Что за бред, Оль? Вот. Ну, это бред. И с тобой Оль, был отношение. Оль, нет, я здесь с тобой не соглашусь. Сейчас почему? Я не на помойке себя нашел, я повторюсь. Я и Настя так же говорил. И Настя себя тоже не нашла не на помойке. Мы первую ночь никому не даем. И во вторую, и в третью ночь мы не будем никому давать. Я хочу узнавать человека. Мне этот человек приятен. Ольга, то есть... пока вы не переспите, я от вас да не Да мне плевать, что ты, Оля, давайте, ты на старт, внимание, марш! Чтобы всего не переспали. Что, вы хотите, чтобы я от вас отстала? Пожалуйста, чем скорее вы переспите друг с другом, а я от вас отстану. Своими ультиматумами в туалет иди. Честно вам говорю. Прокакайся. Я потому сам... что я хозяин своего слова. И я сдерживаю свое слово. Да, Димочка, 2,5 месяца, ты же меня знаешь.